tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирен Сигал, и я рада вас видеть на своем YouTube-канале. Мы находимся сейчас в порту Яффа. Напоминаю, что Яффа у нас один из немногих самых древнейших до сих пор действующих городов в мире. О, как! Здесь сразу можно купить свежую рыбу. Крабы, кальмары, туна. Свежая туна 40 шекелей килограмм. Грубо говоря, 10 долларов с копейками. Очень хорошая цена, конечно, с учетом, что ее только недавно словили. А вот это, я не знаю, это хищная, это полоса. Колоритный очень базарчик, значит, туна 40 шекелей килограмм, дорада 50 шекелей килограмм. И свежие креветки 100 шекелей килограмм. А ты кальмары не спрашивал, почем? Наверное, где-то так. Все свежее, работают парни с 6 утра. Так что нам завтра или следующие выходные в 6 утра сюда. Я туда спущусь. Покажу полностью колорит. Рыбацкий колорит, скажем так. Смотрите, тут лодки. Снасти, сети вот лежат. Рыболовная промышленность Израиля. Друзья, и рыбный базарчик очень плавно переходит в туристическую зону с кафе, ресторанами и разными увеселительными заведениями. Здесь... Ну что, жизнь бьет ключом, рестораны работают. Так, обратите внимание, там где-то за моей спиной ребята просто на своей маленькой яхточке, лодочке, катере разложились. И им хорошо, они как бы вроде возле ресторана, и у них свой ресторан на плаву. Вообще супер, не знаю, видно вам или нет, но где-то там вот это происходит. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama. I tell your papa too. Углубиться в Олд Джафу и сразу попали в какой-то старинный переулочек. Опять, значит, старина, красота, более 3000. Вот эти вот улицы, они, конечно, идеальны для фотосессий. О, и вот сразу фотосессия. Оп. Здесь везде красивые кадры. Проверено на себе. Прям идеально, без фотошопа. Сейчас мы выходим на площадь и видим нереальной красоты ресторан. Вот этот ресторан. Он у меня уже был во влоге. Там написано вроде музеум.
Это ресторан. Да. Очень интересные у него аксессуары. Лошадки, горшочки. По ходу пьесы тут свадьба. Или это просто фотосессия? Так, чего не сделаешь ради контента, сейчас будет фотосессия. Я стучать не буду, она туда выйдет. Дверь потрясающая, похоже, что она из бронзы или из меди. Такая вот старина. Ну, фотографируй меня теперь здесь. Так, ну что, пока нас тут полиция отсюда не сняла. Вот уже, кстати, ребята тоже идут сюда фотографироваться. Дурной пример, заразителен. Оп! Ну идем посмотрим, вот как они. Заодно. Это же они там тоже фотографировались. Ну что, они полезут. Вот тоже ребятушки залезли. Слов нет. Идем. Здравствуйте, мы там были. Вот там, помнишь, я еще фотографировалась в стиле цигель-цигеля люблю. Там какая-то старина. Пахнет лазером. Уходим. Смотрите, мы нашли какие-то символы. Ну, я, наверное, думаю, что это как бы номер дома. А вот эти две кукляшки рядом, это ж тут бабы живут. Ну, логика. Логика. А на самом деле интересно. Ну, тут все такое. Из серии непонятно, но здорово. Вовремя я убежала. Смотри, какая ворона сидит на этой скульптуре. Чем-то с шаурмой с какой-то, да. Жирненькая такая. Здесь живность вообще не голодает. Потому что куча ресторанов, уже все работает. И они постоянно с едой. Плюс рыба, не забываем. Внизу порт. Идем. Ресторанчики работают, фотографы работают. Смотрите, какая красивая статуя. Может, там что-то есть. Это же две женщины, да? Да. Две женщины в винограде, с бубном. Ребенок. Может, это ангелочек? Я думаю, что эта статуя – это какая-то тусовка местная. Они в винограде, в кувшин с вином у них здесь. И девушки отдыхают. А там были вот эти влюбленные, мы их спугнули своей камерой и своими криками. Сейчас я пойду покажу. Там такая симпатичная есть комнатка. А туда уже мужчина какой-то зашел. Смотри, теперь все сюда заходят. Мы немножко... А тут, наверное, было какое-то кафе, судя по... Зашли за ограждение, и теперь народ ломанулся сюда тоже. Но я не думаю, что это ресторан. Хотя может быть. И вот эти бабенки здесь опять же в тему. Снимал шоу? А? Что там про ответ? Лёй Ванти, ма? Здесь это проти, private property. А. Ма. Слыха. Небольшая фотосессия. Ветер, конечно. Небольшая фотосессия вот в таких кактусах. Красавчики, я не могла пройти мимо, как вы понимаете, такого атрибута великолепного. А с той площадочки нас, мягко говоря, попросили, потому что это, оказывается, частная территория. И статуя там не просто так стоит, это все приватное.
И парень был очень удивлен, как мы сюда попали. Ну, как мы попали? Просто взяли и зашли. И попросил нас удалиться. Мы извинились и, конечно же, ушли. Продолжаем. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama. I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. Обнаружена ворона. Я постараюсь сейчас к ней подойти. Вот она, красавица. Она из мусорника ворует пакеты. Посмотрите, какая смелая дамочка. I'm gonna tell you that I need you. I need you every day. Yeah. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you that I want you. I wanna let you know. И Old Яфа. Старый Яфа – это всегда сказка, это супер, это критик тоже. Вырубай. Ну вот, собственно говоря, самая оптимальная прическа на сегодняшний день. На улице сегодня конкретные ветрища, в принципе, потому что ветер дует постоянно. И на улице сегодня конкретные ветрища, в принципе, со всех сторон. Я в какой-то момент уже закружилась голова, и мы решили уйти. И уехать домой, потому что, ну, сильно.